Привет-привет. Ну вот мы приближаемся, как я и обещал. Гудерхэм Хаус, Гудерхэм Билдинг, как еще ее можно назвать. Сейчас мы приблизимся к нему поближе. Я буду рассказывать про него. Пока что мы идем по улицам, примыкающим к нему. Вот такой колоритный мужичок. Сидит, что-то копается у себя. Вот. Вот это историческое здание в Торонто. Гудерхэм Билдинг. Сейчас я про него побольше расскажу. Сейчас мы к нему приблизимся еще больше. Ну вот так, отсюда хорошо видно. Вот он, такое красное здание. Оно характерно тем, что оно треугольного вида. Поэтому лучше подойти вот сюда, чтобы мы увидели, что оно имеет треугольный вид. Такой угловой, как с угла. Треугольник такой. Точнее, призма. Вот, это для него характерно. Вот такая призма. Вот, это, значит, фамильное гнездо виноводочного короля, как мы уже говорили, Гудерхэма. Гудерхэм и Вордс, они построили виноводочный завод. В 1830 году, который пришел к рассвету в 1860-х годах. И вот их фамильное гнездо. Огромный дом. Гудерхэм Билдинг. Мы видим такого треугольная призма такая. Он был построен в 1892 году. Работы по его строительству закончились в 1892 году. Архитектор Дэвид Робертс его построил для Гудерхэма в 1892 году. Вот. С тех пор он существует в таком виде. Мы видим лестницы. Лестницы, как в Нью-Йорке, по краям здания. На случай пожара, видимо. Дэвид Робертс построил такой дом для Гудерхэма. Вот. Он неоднократно, два раза продавался. В 57 году и в 75 году, по-моему, переходил от владельца к владельцам. И вот в результате, вот, да, внизу там располагается такой бар с таким британским флагом. Вот это историческое здание Торонто, одно из исторических зданий. Такой красный дом, построен в 1892 году Дэвидом Робертсом, да. Вот окрестности, ну мы уже были, снимали. Там Лоренс Маркет невдалеке, там дальше. Туда набережная и озеро Онтарио. Вот, вышка отсюда не видна. Надо чуть в бок стать. Вот, посмотрим еще раз на дом Гудерхэма. Там дальше мы знаем продолжение этого дома, знаменитый парк Берци, про который мы уже тоже говорили. Да, вот такие дела. Пока-пока. До следующих путешествий по Торонто.